обсудили вопросы привлечения молодежи в путешествия по стране и развития активного туризма, который стал бы не просто отдыхом, а источником новых знаний и впечатлений. Круглый стол на тему развития ответственного туризма среди молодежи прошел в рамках форума «Экосистема. Заповедный край». В нем приняла участие председатель Краевого Заксобрания Ирина Унтилова. Мы, конечно, как депутаты Законодательного собрания, тоже очень хотим, чтобы наша земля, Камчатка, край, где начинается Россия, всегда процветал. Потому что здесь удивительная земля, удивительный магнетизм вулканов, земли, тепла. И многое делается. У нас есть комитет, который среди длинного общего названия еще называется по экологической безопасности. Наши депутаты, мы выезжаем на рыборазводные заводы, мы смотрим, как выпускается рыба, как она сохраняется, почему. Потому что изнутри надо знать, а что нужно сделать, чтобы все это развивалось. Много ребят, которые приехали на Камчатку с других территорий, для них, конечно, все интересно. Для них интересно Камчатка как заповедный край, для них интересно, как мы рассматриваем экологические проблемы. Участники также уделили особое внимание туризму на особо охраняемых природных территориях, бережному отношению к окружающей среде и молодежному туризму как основному инструменту патриотического воспитания. Ребята высказывали очень интересные предложения и о создании образовательных программ, и о волонтерстве, и о том, что надо сюда приезжать и помогать работать на особо охраняемых природных территориях. Молодые мамы спрашивали, а как сделать так, чтобы ребенок с детства любил природу? То есть очень разнообразный спектр вопросов, и интересно с ними общаться, потому что с одной стороны ты передаешь тот опыт, с другой стороны раскрывается наша Камчатка. В рамках круглого стола также отметили, что надо привлекать молодежь в камчатский туризм. Важны не разовые посещения полуострова, а возвращение в регион туристов за новыми впечатлениями и активным отдыхом.